Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш мукбанг-канал. Хотел сказать кулинарный. Туда тоже сходите, на всякий случай. Сегодня мы на кулинарном канале вот такой шедевр готовили. Скумбрия на овощной подушке. А в овощной подушке присутствуют вот эти вот помидорки, которые консервировала я на зиму. Тоже на кулинарном канале есть рецепт. Ссылочки на помидоры, на вот эту замечательную скумбрию на овощной подушке мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита, и мы тоже будем начинать. Умеешь ты уговаривать? Ох, как мы любим овощей сколько! А еще здесь овощей нам показалось мало. Мы еще капусту потушили. Вот. Чубить. Прям столько этого. Это все в собственном соку же. Воды вообще не добавляла. Представляете, как это вкусно? Классно. Так, сейчас попробуем. Друзья мои, пока не приготовите, сложно нам поверить на слово. Это так вкусно, это так нежно, скумбрия тает во рту. Слышишь? Угу. Лови перчик. Помню, сегодня какой перчик достался. Два. Наберешь. Так. Перчик какой злой. Злой. А то я добрый. Угу. Овощная подушка. Квинзано. Правильно. К рыбке-то что? Винцо положено. Овощная подушка, знаете, за счет помидорчиков очень такая интересная. Заиграла, знаете, вкус. Вкусом таким интересным. Спасибо. Оно как бы... Помидорчики-то немножко кислят, да? Ну, не сильно, но все-таки кислота там какая-то присутствует. А здесь все это растворилось и такую пикантную, ненавязчивую нотку вносит в блюдо. Это просто... Долью тут. Шедевр. Ты мне муть, что ли? Да откуда? На кота, что ли, попал? Че он облизывается? Друзья, за вас. А у нас именинники, может, есть, да? Или там приветики? Марина Мхитарян, приветик вам огромный. Привет. Гамарджоба Гена Цвали. Скоро мы посетим Грузию. Кстати, на момент съемки 2 июня, а на момент выхода видео 10, и мы как раз должны быть сегодня в Джорджии. Да? Да. Второе название Грузии. Короче, мы в Грузии должны быть. В реальности. Олечка, Алексей, спасибо за поздравления моим близким. И хотела бы вас попросить поздравить моего любимого мужа. А мы это писали, Борис. Да? Ой, нет. Любимого мужа. С днем рождения 10 июня ему исполняется 61 год. И пожелать ему удачи, здоровья, всех благ. Моя поддержка и опора. Я как за каменной стеной. Пусть никогда не будет споров, не будет ссор у нас с тобой. Тебе желаю в день рождения здоровья, счастья, теплоты. Любых желаний исполнения пусть будутся твои мечты. Заранее благодарю. Это я с кем-то перепутала, да, потому что вот эта фраза моего любимого мужа, прям вот я мне запомнилась. Вот. Уважаемый муж Мариночки Мхитарян, присоединяемся к пожеланиям. Пусть у вас не будет ссор, все будет хорошо. Пусть всегда царит между вами любовь, доброта, забота. Это очень дорогого стоит, что Мариночка с таким вниманием
отнеслась к вашему дню рождения и аж 20 мая написала нам эту просьбу. Мы, конечно, ее себе сохранили и вот постарались вовремя 10 числа выпустить. Присоединяемся к поздравлениям. Крепкого вам здоровья, всего самого наилучшего. Будьте счастливы. За будьте вас. Будьте здоровы. А что за вино сухое? Какой-то сквинзано. Это нам кто-то подарил, да? Кто-то подарил, да, сквинзано. Написано, что оно страна происхождения Италия. Mm-hmm. Вот такая вот история. Урожай 17-го года. Слушайте, ну какая же нежная скумбрия. Ты их не ел? Нет еще. Mm-hmm. Я уже второй сейчас буду. Кусок. Объедение. Я по овощам прибиваюсь. Мне так нравится. Овощи, да. Салфеточки там... У тебя нету, да? А в салфетке там тоже нету? Благодарю. Как вкусно. Спасибо. Сегодня у нас прям супер ужин. Так. Мы тут на днях были в ресторане. Народ уж видел, наверное. Да. Кто нас постоянно смотрит, тот знает. В корейском очень дорогом ресторане были. Я даже боюсь представить, что если бы корейцы готовили вот такую скумбрию, ну вообще скумбрию, да, и вот такое блюдо, сколько бы у них стоило? Наверное, 1100. С их ценниками 250 граммулечек мяса 2500. Ну, на ценник продуктов, вернее, как сказать, уже выходящих блюд влияет не только продукты закупаемые, но и место размещения ресторана. Дайте чуть перчик. Он нереально обжигает. Как будто гвозди кушаешь, знаешь? Ой, люблю гвозди, да. В Турцию перчик повезем? Угу. Там свои биберы. Кстати, у тебя тут, у нас тут этот, я говорю, лежат эти васаби. Надо есть, говорю, а то скоро уедем, ну что они валяются тут? Это доставка, знаете? Одна доставка у нас спрашивает, вам васаби надо? И за каждое васаби берет 10 рублей. А другая доставка не спрашивая, если берешь большой сет, сразу тебе наш этот 4 васаби, 4 соевого имбиря. Все по 4. Два сета, на тебе по 8. А мы как-то покупали и 4 нам приносили, и 8 давали. Вот это мазика, сметанка с соевым соусом. Какая же она обалденная. Вкусно. Мы, кстати, в прошлый наш заезд в Турцию, мы не обнаружили рыбный рынок. В этот раз мы своим ходом
Будет еще сложнее обнаружить. Еще сложнее будет обнаружить. Но надо постараться. Насколько я помню, он находится на противоположном конце Алании от нас. Поэтому, собственно, мы его и не обнаружили. Он как-то у нас, мы там не проезжали никогда мимо него. Ну, мы же из Алании уезжали много раз. Ну, мы же как, мы и выехали из города. Мы же там не было такого, что мы там пришли, там и тусили там где-то. Ну, да. Улица Ташкентская там есть. Улица Ташкентская? На выезде. Или город Ташкент? Улица Ташкентская на выезде. Да? Угу. А еще город был Ташкент на выезде с Махмутвара. Или мы про одно и то же говорим? Какой город? Ты чё? Город. Как может город Ташкент быть? Город Ташкент, там на горе. Маленький. Да? Не знаю. Угу. Улица Ташкент я видела. Когда по центральной части этого, по центральной дороге Махмутлара едешь, знак стоит Ташкент, стрелка. Да. Так, ещё вопросики у нас тут есть. Ирина там... Наумова. Только ниже опусти. Куда? На другую сторону. Куда? А, один стороны. Ирина Наумова, привет вам огромный. Привет. Привет, малоежки. Я вами горжусь. Спасибо большое. Спасибо. Молодцы. А у меня есть вопросик. Кто вы по гороскопу и верите ли вы в гороскопы? Я Овен. Я Рак. А год у нас одинаковый. Да, быки. Только с разницей в 12 лет. Угу. Я верю в гороскопы. Угу. Ты знаешь, я... читаю их там писанину. И обычно, если это мне на руку, то я говорю, отлично, все, гороскоп работает. Верю. Верю. А если какая-то там день неудачный, а фу, они вечно врут, ничего не понимают. Не такое отношение к их деятельности. А я больше не в эти гороскопы, которые там, вам улыбнется удача, деньги выиграете там. Это больше как... шарлатанство на какое-то гадание похоже. На кофейный гусь. Мы все разные, как это значит, мы там овны встретят любовь всей своей жизни. Чё, все овны прям встретили любовь всей своей жизни, да? Угу. То есть получается, во всем мире сколько гороскопов? 12 этих знаков? Сейчас уже 13 говорят. Еще какой-то знак там. Во всем мире у всех людей всего, короче, 12 событий происходит, да, одинаковых. Там влюбляются, здесь деньги находят. Да. Нет, в это я не верю. Я верю в гороскоп совместимости, несовместимости. Вот, например, мы огонь и вода. Вот, с одной стороны, мы несовместимые знаки, а с другой стороны, по темпераменту Алексей... настолько спокойный, что, собственно, при всем желании поругаться не получается это сделать. Не, я, конечно, талантливая девочка. Я стараюсь изо всех сил. Mm-hmm. Вот. Ну, для того, чтобы мы там как-то глобально разругались и разъехались, так до такого не доходит. Из-за Алексея. А? Эти все гороскопы от лукавого. Я отношусь с ним спокойно. Если они кого-то успокаивают, это хорошо. Помогают, отлично. Бабулю отвезем.
Я поняла, почему мы не кушаем васаби. Почему? Оно невкусное. Невкусное? Оно какое-то... Нет остроты васабевской и какой-то пластмассы отдаёт. Что-то химозное как будто. Понятно. Тебе молодец, что не открыл свой васаби. Да, надо выкинуть, короче. Не пошло у нас это васаби. Да. С одной стороны, оно вроде как не горькое, да? А с другой стороны, чему там горчить, как оказывается? Да? Не такое горькое, как этот. Сенсой, как в рот положишь, аж плакать хочется, да? Да. Даже уже выдохшийся, постоявший. У меня здесь нычка есть. Будешь хе из рыбы? Это селедки? У меня тут рыба. У меня тут рыба. Где-то у меня перец затерялся, надо перчику бахнуть. Ты ее уже доешь, а то она бедная ходит туда-сюда. Рыба ходит. Угу. Да господи. Так что в гороскопы мы верим не во все. Кто-то не во все, а кто-то только тогда, когда ему выгодно. Ну, хотя бы, знаете, про год. Мы одного года, да? Вообще, если вы почитаете про быка, я глубоко в этом не разбираюсь, просто я... Когда-то прочитал описание знака своего, и так по памяти помню, и там написано, что год быка очень любит земледелие. Любит возиться с землей, что-то сажать, копать, перекапывать, ну и сюда. Покушать, приготовить. Тоже не про всех, да? Вот мы не, как сказать, яркое подтверждение не земледельцев как раз. Да. Мы не любим возиться, сажать, перекапывать. Да. На земле мы любим валяться, шашлыки жарить, купаться. Передвигаться на автомобиле. Передвигаться. Ходить, смотреть. Но никак не ковыряться в огороде. Да. С другой стороны, у меня вот друзья есть, мы тоже, мы одногодки, мы все вот, мы одноклассники. Какое-то время назад некоторых пробило, давай сажать огород. Сажают, выкапывают, туда-сюда. Один дом купил, второй дом купил. Что-то там, что-то занимаются. Курятник какой-то один городит, другой. Что-то еще там. То есть, вроде как в направлении сказанного, да? А другие одноклассники совершенно спокойно относятся ко всей этой земледельческой теме. Совершенно нормально, есть. Нет. Ну, видишь, те, кто... занимается гороскопами, они скажут, не в ту минуту родились, не под такой там луной, звездой и т.д. и т.п. Тогда, собственно говоря, вопрос, дело не в гороскопе. У человека столько всего влияет, окружение и так далее, что... Списывать все на один гороскоп неправильно. Я рассказывал, я знаю человека, который старше меня ровно на один день. То есть, ну, накануне родился. Я знаю человека, который родился, даже двух человек. Кто раньше меня родился, вот 26 июня. Я знаю двух человек, кто 28 июня родились. Я знаю человека, который со мной в один день родились. И все вот
Ну, вот 6 человек, они, мы все разные. Мы очень не похожи. А также еще у меня так получилось, что у меня друг был 24 июня рожден. За 3 дня до меня. Он вообще не похож был. Он такой был этот самый. С одной стороны, баламут, а с другой стороны. В общем, не был похожего, но мы дружили, в принципе, общались. Потом он, к сожалению, разбился на автомобиле, но, как говорится, все мы под Богом ходим. Ну да. Так что... Гороскопы вещь хорошая для тех, кто их составляет. Они их кормят. Ну да. А также еще есть же эти, кто, нумерологи, которые там по дате рождения могут что-то сказать. Там и дата, и время рождения имеет значение. А где-то у нас аудиозапись была с диктофонная запись, нумеролог. Нас консультировала. Тебя консультировала. Ты не садился? Нет. У подружки на Асянди, на годики ребенку, приглашали шаржиста. Кто влоги смотрит, те видели наши шаржи. И нумеролога. И все желающие гости садились и консультировались. И что-то она там на листочке писала. Где-то я хранила это... Сейчас не вспомню даже где. Даже примерно не могу вспомнить. Аудиозапись мы делали, на диктофон писали. Все ее записи хранила я на листочке. Ну ты... Я сейчас смутно помню что-то про цифру. 36 лет она мне говорила. Что? Не помню. Вот. Что бы это значило? Внимание, вопрос, да? Угу. Вкусненько. Очень вкусненько. Нравилось. Мы с тобой совсем как мало склевали, глянь. Малоежки же. Малоежки, да. Ну, вкусная, обалденная. Обалденная, она просто тает во рту. А вот эта мазика, она еще, знаете, такая, мало того, что она за счет соли и соевого соуса пикантная, так она еще с нотками чеснока. И чеснок такой, знаете, пропаренный. Он как бы отчетливо слышен во вкусе, но при этом очень-очень ненавязчивый. Обалденная рыбка, просто шедевр. Готовьте обязательно. Да. Может, еще по одной? Я-то... Не, в принципе, я тоже объетый. Я прям наелся. Бущ, сейчас будет. Бущ. Не надо, бщ. Пожалуйста. А еще мы рано сегодня встали. День был сумасшедший. Сейчас подготовка идет. Полным ходом. К отпуску на момент как съемки. Говорит, как ты, говорит, ухитрилась столько всего за день наворочить? Я рано встала. Да. Вот прям. Про нас. Да. Про сегодняшних нас. Ага. Завтра, Алексей, не будешь рано вставать? Послезавтра поедешь еще делать дела, да? А завтра мы выспимся и аж в 10 часов проснемся, да? Обалдеть. Вот, потому что в 11, к 11 нам уже опять надо еще в одно место поехать. В общем, дел не в проворот. Да-да. Времени мало уже до отъезда. Ну. Такие дела. Да. Как говорится, приятный хлопот, это называется. Угу. Как это, проснуться там в 6 часов и на работу, или там на дачу копать картошку. Угу. Да ни за что. А в 4 часа проснуться, ехать в аэропорт, лететь там на море, да запросто. Угу. Вот реально тоже мы сколько раз выезжали, в 4 утра мы выезжали из дома. Отсюда выезжаем в 4 утра, ну, в начале 5-го. Выезжаем, пока народ спит, чтобы проскочить вот в Подмосковье, например, на машине. Или мы что, вот в сторону Беларуси ехали, тоже рано выезжали, что угу. В сторону юга нашего. В Турцию ехали, тоже проезжали через Ростов, вот в ту сторону. Тоже пораньше выскочишь и поехал. Ну, в принципе, да. Какую-то часть проезжаешь так бодренько. Да,
Что ты хотела сказать? Рано вставать. Про рано вставать? Да. Кто рано встает, тот далеко от далеко работы, живет, да. Это да. Кто рано встает, тому никому спать не дает. Тот всех достает. Все правильно, да. Кто встал, того не спал. А, вспомнила. Ты говоришь, даже не знаю, когда вставить свои 5 копеек. Записывай. Вспомнила. Последние дни сижу, занимаюсь бронированиями, покупкой авиабилетов, бронированиями. И тут, когда уже спина начинает прям болеть капец как, я понимаю, что я в одном и том же положении просидела целый рабочий день, изучала билеты, комбинировала, значит, я там разные комбинации использовала, то мы летим до Краснодара, то мы до Краснодара не летим, мы летим напрямую в Армению, а с Армении мы едем на автобусе в Грузию, с Грузии мы летим в Турцию, потом мы летим сначала одной авиакомпанией, потом мы летим другой авиакомпанией, потому что та больше багажа дает возможность увезти. Вот, а потом мы летим в итоге третьей авиакомпании, потому что там и багажа много, и цена дешевле. В общем, я там комбинировала целый день вот эти шахматы, играла, в итоге купила. И у нас Олег заболел. Теперь я переживаю, улетели ли мы. Но на момент выхода видео, в принципе, вы можете нам в комментариях задать вопрос, мы уже можем вам ответить, улетели мы или не улетели. Потому что 10 числа в районе 3 часов дня по Москве выйдет видео, мы должны, по идее, передвигаться из Армении в Грузию на автобусе. Соответственно, мы приедем в Грузию в отель, в Грузии у нас забронирован отель, в районе там, ну, вечером. И когда у нас будет доступ к интернету, мы сможем прочесть ваши комментарии и ответить. В итоге мы улетели полным составом или не полным составом, или Олега за счет его насморка не пустили там, и мне пришлось, например, с ним остаться. В общем, мы вам ответим полным составом, и где мы находимся, и что с нами. Пишите нам в комментариях вопросы, потому что если вы пишете вопросы, они подразумевают практически 100% ответы. Вот, да. И либо Алексей, либо я обязательно стараемся ответить, если видим вопросительный знак в комментарии. Если комментарий просто приятный, тоже очень приятно нам прочитать, читаем все абсолютно, но чтобы не проживать всю свою жизнь, большую часть своей жизни в комментариях, мы просто ставим лайк и сердечко, вот. Да, мы читаем все-все-все. Читаем все-все-все обязательно. Даже по нескольку раз, потому что Алексей ходит по каналам, потом после я хожу по каналам, либо я сначала пройдусь, потом Алексей пройдется. В общем, читаем все обязательно. Иногда даже по два раза. Да. Ну, а это будем видео уже заканчивать. Уже язык заплетается, чувствую. 11:30, встали рано, дел было много. Будем заканчивать видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите, или вопрос, или привет. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Приходите еще, увидимся снова. Пока-пока.